И, кроме того, в защите Пол Мартин играет. И четвертый номер – это Збинек Михалик. Так, ну и встал. Отлично, шайба в воротах. Вот это да! Вот это да! Илья Брызгалов на вашей игре. На Джордан Стал, судя по всему, становится автором заброшенной шайбы. Питтсбург повел, счет уже 1-0 в этой встрече. Но вот посмотрите, бросок, в принципе, от синей линии, да, ну, чуть-чуть поближе. Но Брызгалов не ловит эту шайбу. Шайба выскакивает у Брызгалова из руки и так заползает буквально в ворота. Еще прессинг был на пятачке, причем, опять же, обратите внимание, что прессинговал Джордан Стал туда, заходил во вратарскую площадку. Тут и Кима Тиманин, между прочим...